5 секунд микробы в шоке. Молния не бьет два раза в одно место. Один из самых высоких небоскребов США, Sears Tower в Чикаго, стал мишенью для молний целых 3 раза за время грозы. Эти моменты можно увидеть на видео, отснятом одним из очевидцев. В здании 110 этажей, и его хорошо видно с разных направлений. Штормовая погода не стала неожиданностью для города, поскольку о грозе и дождях заблаговременно сообщали метеорологи. Однако того, что молнии будут такими сильными, никто не ожидал.